Взрыв произошел ночью, когда все спали. Соседи рассказывают, услышали какой-то хлопок, на который не обратили внимания. Произошел взрыв, 1:15. Она выглянула, полетели стекла, взрыв. Вроде бы скат от машины взорвался, и что? Что произошло, люди поняли только утром, когда вышли из дому и увидели взорванные окна без стекол. Соседи позвонили родственникам погибших, а те милиционерам. На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что по адресу в квартире по улице Запорожской был обнаружен труп молодого мужчины и женщины с ранениями. В настоящее время проводится комплекс первоначальных следственных и оперативных мероприятий. По предварительным данным, произошел взрыв гранаты. Правоохранители установили, в квартире взорвалась граната. Эпицентром стала супружеская кровать. Причем мужчина умер на месте, а женщина до самого утра истекала кровью. Ей взрывом оторвала кисть. Но позвать на помощь она не могла. Несчастную доставили в реанимацию, но спасти ее медикам не удалось. Реанимационные мероприятия, которые проводились, эффекта не имели. Она умерла в 10:45. По информации милиции, в последнее время супруги часто ссорились. Возможно, что именно негоразды семейной жизни и стали причиной случившегося. Сейчас правоохранители устанавливают, откуда у супруга взялась боевая граната и кто именно ее взорвал. Руслан Смещук, Константин Блужневский, телекомпания АТВ.